Мы идем к горячему источнику, который лежит по пути в Пай. Вон уже виден пар, и такое ощущение, что вода очень горячая. Она не просто горячая, она похожа кипяток. Тут кругом лианы, они так красиво извиваются, некоторые поддерживаются, а некоторые просто валяются на земле. Очень здорово. О боже, он реально горячий. О боже. Большой гейзер покажет тебе.